Всем привет! Сегодня будем готовить фаршированный перец. Вот сварил до полуготовности рис, остудил его, подготовил фарш говядина и филе куриное. Теперь начинаем добавлять фарш в рис. Один, второй. Так, и лук натертый. Надо посолить. Щедро, мяса много. Так, берем перец черный. Начинаем замес. Люблю я это дело готовить, особенно блюда с мясом, очень люблю. Начинаем мешать, хорошо. Ты посмотри, как перец аж в глотку попал. Крепкий, свежий. Надо еще посолить. Перца добавим. Вот, теперь мне будет достаточно перца. Так, фарш у нас готов. Начинаем начинять перец. Аккуратненько, чтобы был полный. Красавчик. Укладываем лоточек. Один пошел. Второй на подходе. Супер. Еще продолжаем. Так. Итак, перец мы заполнили фаршем, уложили в лоток. Все готово. Теперь осталось подготовить вот этот соус. Теперь заливаем соусом. Аккуратненько. Достаточно. Теперь на разогретую духовку, в разогретую духовку ставим этот лоток на 1 час. Вот перец готов, фаршированный. Начинаем. Достанем, посмотрим. Ну, с покрывкой. Запах обалденный. Все, всем приятного аппетита. Советую готовить фаршированный перец.